Damn. Итак, кобура 2.0. Это прототип новой кобуры, которую я сделал для себя. На основе этого прототипа в дальнейшем будет сделана иная линия кабур. Ну а пока что поговорим о прототипе. Кобура сделана под пистолет Colt 1911 A1 TAC от компании KWC, ну или КВЦ, кому как больше нравится. Материал изготовления все тот же Kydex толщиной 1,5 мм. В отличие от предыдущей нашей кобуры, она отличается малым размером, изготовлением из одного цельного листа пластика, ну и самое главное, это быстросъемным креплением TEC-LOCK. Кобура рассчитана исключительно на ношение на ремне и желательно на стрелковом, дабы исключить всевозможные там лозенье, смещение кобуры вместе с пистолетом на ремне и так далее. Ее, конечно, можно попробовать прицепить на моле стропу на вашем разгрузе, например, но мне кажется, будет не так удобно. Благодаря креплению TEC-LOCK кобуру теперь можно быстро одеть и снять, а также подогнать под ширину вашего ремня, благодаря двум проставкам внутри TEC-LOCK, которые можно переставить, как вам потребуется. TEC-LOCK крепится к спинке кобуры на три винта. Между креплением и самой кобурой предусмотрены резиновые проставки, которые снимают излишнее напряжение с пластика при работе с кобурой. На кобуре предусмотрен большой канал для прицельных приспособлений в случае наличия он их от других производителей на вашем пистолете, конечно же. Но тем не менее он есть. Как и раньше, пистолет удерживается исключительно за счет натяжения пластика вокруг пистолета. Больше никаких там хлястиков, никаких защелок. Все просто, все удобно. Единственное только, я сделал прототип без возможности регулировки натяжения, и пистолет у меня держится, ну, не так крепко, как хотелось бы многим. Но для меня это приемлемо. Пистолет у меня не выпадает из кобуры при активном движении, там, при прыжках и так далее. Должен сказать, что в новой линейке кабур будет эта возможность регулировки натяжения. То есть каждый абсолютно владелец данной кобуры сможет подрегулировать натяжение под себя, сделать так, как ему надо. В январе месяце мы начнем собирать предзаказы на данную линейку кабур. Так что, кого заинтересовала такая кобура, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и канал в Ютубе и следите за новостями. Ну а пока что на этом все. Всем спасибо, всем пока.